Если вы вдруг запутались, потерялись и не понимаете, где искать какую-либо информацию, то в первую очередь я вам рекомендую обратиться к статье, которая называется «Правила игры», где все подробно расписано, где можете оперативно посмотреть всю информацию, которую я рассказываю в этих видео. И также к этой статье вы можете написать комментарий, и по этим комментариям мы отслеживаем и делаем наше общение уже не со стороны нашего чат-бота, а со стороны представитель нашего проекта более эффективным. И, соответственно, вы напишите комментарий, и мы вам обязательно ответим, обязательно подскажем. Самое главное, не останавливайтесь и пытайтесь разобраться до конца.